Коми стартовала прививочная кампания от сезонного гриппа. В медучреждения республики доставлено более 106 тысяч доз вакцины «Совигрипп», около 27 тысяч доз «Ультрикс Квадри» для взрослых и порядка 40 тысяч для детей. При этом вновь растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Прививаться медики настоятельно рекомендуют и от нее. Совету последовала и Виктория Науменко. Около 600 случаев ковида за август и около 300 за первую неделю сентября. При этом за июнь в Ухте выявляли пару десятков. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, как и в целом по республике, вновь неумолимо растет. При этом переносить заболевания люди стали заметно легче. Именно пациентов с тяжелым течением заболевания, конечно, стало существенно меньше. Да, это могут сказать более точно, скажем так, сотрудники именно стационара, поскольку они работают с такими тяжелыми больными. Да, это отделение реанимации несет большую нагрузку, инфекционное отделение. Но все-таки по количеству госпитализированных мы сами видим, что госпитализации сократились. Это во многом результат массовой вакцинации. Однако прививка, как и естественный иммунитет после перенесенного ковида, действует ограниченное количество времени. После окончания эффекта человек вновь рискует заболеть коронавирусом, причем в тяжелой форме. Особенно представители групп риска – люди пожилые с хроническими заболеваниями. И даже тем привитым, у кого сертификат о вакцинации действует в течение 12 месяцев, ревакцинацию медики рекомендуют пройти уже через полгода, как и переболевшим. Есть тот пласт людей, которые и не болели, и не вакцинировались. И самое страшное – это лица старше 60 лет, которые являются группой риска при возможности заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому мы всех приглашаем на прохождение иммунизации. При этом близится и сезон гриппа. Уже сейчас при обращении пациентов с симптомами ОРВИ медики проверяют его и на ковид, и на грипп. Пока случаев последнего в Ухте не зафиксировано. Но в этом году заболеваемость может быть особенно высокой, считают медики. Если прошлой и позапрошлой осенью антиковидные меры, ношение масок, обработка рук, социальная дистанция сдерживали и грипп, то сейчас многие об этих правилах безопасности уже забыли. Поэтому медики ждут горожан и на вакцинацию от гриппа. Прививаться одновременно от гриппа и ковида не противопоказано. Более того, рекомендуется, ведь заболеть можно также одновременно с двумя вирусами. Одновременно от ковида и гриппа можно привиться после осмотра врача. Противопоказания в обоих случаях – острая фаза хронического заболевания. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал «Юрган», Ухта.